Ողջույն, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը։ Ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը ռուսաստանցիների այդ հարցու պատասխանի ձևաչափով անդրադարձել է նաև Արցախյան հարցին, նշելով, թե ոչ Ռուսաստանը, ոչ Հայաստանը եւ ոչ էլ Ադրբեջանը շահագրգռված չեն կոնֆլիկտի շարունակմամբ։ Да, действительно, Ильям Каримович, Россия сыграла определённую роль в урегулировании этого очень серьёзного кризиса. Никто не заинтересован в том, чтобы он развивался. Ни Азербайджан, ни Армения, ни тем более жители Нагорного Карабаха. Потому что другая сторона дела заключается в том, что если мы будем жить все мирно и дружно, то мы создадим условия для улучшения жизни людей не только в сфере безопасности, но и в текущих условиях, имея в виду нормальное существование семей, имея в виду экономическое развитие, социальное развитие, в чем, безусловно, люди, проживающие в Карабахе, в высшей степени нуждаются, потому что жить все время в тревоге, что возобновится вооруженный конфликт, невозможно. Это мы прекрасно понимаем. Значит, это понимают и руководители как Армении, так и Азербайджана. Ըստ նրա, Ռուսաստանը փորձում է երակողմ ձևաչափերում հասնել տարիներով կուտակված բարդ խնդիրների լուծմանը, որպեսզի հաստատվի կայուն խաղաղություն, ինչից առաջինը կշահեն Արցախի բնակիչները։ Да, проблем накопилось действительно много. Существуют вопросы, связанные с восстановлением нормальной инфраструктуры. Существуют вопросы, связанные с размежеванием границы, с тем, чтобы провести соответствующую работу на государственной границе между Арменией и Азербайджаном, особенно там, где государственной границы по существу никогда и не было. Это была только административная граница между союзными республиками. Вот мы сейчас находимся в процессе этой работы. Мы создали специальную трехстороннюю группу. Это Россия, Азербайджан и Армения. И сделаем все для того, чтобы восстановить нормальные отношения в регионе. И бенефициарами этой работы, безусловно, должны быть жители Нагорного Карабаха. И мне хочется думать, что так оно и будет, несмотря на все сложности, которые копились десятилетиями. Ըստ Պուտինի, անհնար է ապրել նոր կոնֆլիկտի բռնկման սպասումով։ Ինչ է նշանակում կոնֆլիկտի կարգավորում, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը, սակայն կարծես թե չի հստակեցնում։ Ընդ որում, չի հստակեցնում մշտապես, ոչ թե այդ ձևաչափով անդրադառնալով հարցին։ Օրինակ, ինչպես կարելի է խոսել կարգավորման մասին, եթե չի հստակեցվում Արցախի կարգավիճակը, այն էլ այնպիսին, որը Արցախը չի ենթարկեցնում Բաքվին և տալիս է միջազգային անվտանգային հուսալի երաշխիք։ Այն, որ խաղաղությամբ շահագրգռված են բոլորը, ավելորդ է անգամ խոսել, այլ հարց է սակայն, թե ում ինչ խաղաղություն է բավարարում, որովհետև եթե խաղաղությունն ամեն օր հոխորտացող և ռազմական համազգեստը հագից չհանող Ալիևն է, ապա դա խաղաղություն անվանելը մեղմ ասած խաբեություն է, այդ թվում հենց Արցախի և Հայաստանի ժողովրդի հանդեպ։
Եթե խաղաղությունը ռազմագերիները քաղաքական պատանդի կարգավիճակում պահելն է, ապա այդ խաղաղությանը տանող առաքելությունը Ռուսաստանի Դաշնության տապալումն է։ Եվ Ալիևը նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի պարագայում պատանդ պահելով ռազմագերիներին կամ Պուտինի հետ է խաղում, կամ խաղում է Պուտինի պատվի հետ։Այդպիսով ակնառու է, որ Ռուսաստանի նախագահի նկարագրածը և առկա իրականությունը զգալիորեն տարբեր են։ Հետևաբար լղոզվում է նաև կարգավորում ասվածը, որովհետև մեծ հաշվով առաջանում է նաև հարց, ինչ է անում Ռուսաստանը կոնֆլիկտի կարգավորումից հետո։ Уважаемый Ильхам Гейдарович, уважаемый Никола Ваевич, я очень рад приветствовать вас в Москве и признательны вам за то, что вы откликнулись на предложение совместно обсудить ход реализации нашего трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября прошлого 2020 года и дальнейшие шаги по преодолению имеющихся проблем и налаживанию мирной жизни в регионе. Россия дорожит партнерскими и добрососедскими отношениями, связывающими наши страны и народы. Поэтому мы с тревогой и искренним переживанием за судьбы людей следили за вспыхнувшим вооруженным конфликтом. Масштабные боевые действия, к сожалению, привели к значительным человеческим жертвам, обострили и без того сложную ситуацию в Закавказье, увеличили риски и распространение терроризма. Хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за то, что вы позитивно восприняли предпринятые российской стороной активные посреднические усилия, которые были направлены на то, чтобы помочь остановить кровопролитие, стабилизировать обстановку и добиться устойчивого прекращения огня. Над решением этой сложной задачи напряженно работали дипломатические и военные ведомства наших стран. Мы с вами находились в постоянном контакте, вместе искали компромисс. Именно в результате наших общих усилий, после интенсивных, в том числе, как вы помните, и ночных телефонных переговоров, 9 ноября было согласовано трехстороннее заявление, которое мы с вами подписали. В этом базовом документе, как известно, речь прежде всего идет о полном прекращении военных действий, об отправке в регион российских миротворцев и, что особенно важно, о том, чтобы оказать мирному населению, пострадавшему от боестолкновений, всемирную и эффективную помощь возвращения к нормальной жизни. Особо хотел бы при этом отметить, что во всех своих действиях Россия стремилась следовать ключевым наработкам, достигнутым в Минской группе ОБСЕ. Мы продолжаем регулярно сверять с партнерами, с председателями Минской группы наши действия. Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что трехсторонние договоренности последовательно реализуются. По нашему убеждению, это создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе в интересах
армянского, так и азербайджанского народов. Для контроля за соблюдением перемирия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора по просьбе армянской и азербайджанской сторон развернут российский миротворческий контингент. Создана система эффективного обеспечения соблюдения режима прекращения огня. В зоне ответственности российских миротворцев действуют 23 наблюдательных поста. Еще 4 дополнительных поста отвечают за безопасность движения по коридору. Сейчас обстановка в регионе спокойная. Немало делается нами для безопасного возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев. За период с 14 ноября в Карабах уже вернулись свыше 48 тысяч человек. При посредничестве России произведен обмен пленными и телами погибших. Успешно функционирует Международный центр гуманитарного реагирования, в рамках которого специалисты наших стран решают насущные вопросы, связанные с налаживанием нормальной жизни населенных пунктов, реконструкцией разрушенной инфраструктуры, защитой памятников истории, религии и культуры. Сотрудники центра занимаются восстановлением энерго- и теплоснабжения. Из России в зону конфликта доставлено уже свыше 800 тонн стройматериалов и всего более 1,5 миллиона тонн гуманитарных грузов. Населению предоставляется медицинская помощь. От мин очищено свыше 479 гектаров территории. Проверено 182 километра дорог, 710 зданий и сооружений. Обнаружено и уничтожено более 22 тысяч взрывоопасных предметов. Думаю, что сегодня было бы важно прежде всего наметить последующие шаги по включению по ключевым направлениям урегулирования, обозначенным в совместном заявлении от 9 ноября прошлого года. Имею в виду вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнением демаркационных линий, решением гуманитарных проблем, охраной объектов культурного наследия. Особого внимания заслуживает задача разблокирования экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытия границ. Предполагается, что этими вопросами займется специальная трехсторонняя рабочая группа под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Хотелось бы рассчитывать, уважаемые коллеги, что наши сегодняшние переговоры пройдут в деловой обстановке и послужат обеспечению прочного мира, безопасности и поступательного социально-экономического развития в регионе, в чем все мы, безусловно, заинтересованы. Конфликты карգավորումը նշանակելու է ռեգիոնում Ռուսաստանի դերի գրեթե չեզոքացում, որովհետև Մոսկվայի ռեգիոնալ ազդեցությունը խարխսված է կոնֆլիկտի վրա, այն էլ երկու հայ-թուրքական և հայ-ադրբեջանական։Երբ այդ կոնֆլիկտը չկա, կորչում է նաև Ռուսաստանի ռեգիոնալ ազդեցության հողը։ Ըստ այդմ, որքան է Պուտինը անկեղծ, որ խոսում է կարգավորման մասին, այդ հարցում շահագրգռվածության մասին։ Ռուսաստանը շահագրգռված է կոնֆլիկտի պահպանմամբ և դրանում կառավարման լծակների պահպանումով։ Այլ հարց է, որ Մոսկվան փորձում է հասնել այնպիսի ռեժիմի, երբ հնարավորինս կբացառի ռազմական էսկալացիան, քանի որ դա ևս կարող է դառնալ Ռուսաստանի վերջն այս ռեգիոնում, եթե իհարկե հայ ժողովուրդը չգտնի իր որևէ նոր պարտականության մեջ Ռուսաստանի առանցքային դերը արդարացնելու նոր բանաձևեր կամ ավելի շուտ Հայաստանում չգտնվեն այդ ամոթալի գործը իրենց վրա վերցնելու ունակ քաղաքական գործիչներ և ուժեր։
Իհարկե բացառել, որ չեն գտնվի այդպիսիք, հնարավոր չէ, հատկապես նայելով ներկայիս հասարակական քաղաքական պատկերին։ Միևնույն ժամանակ անկասկած է թերևս մի բան. Ռուսաստանը իր ռազմավարության մեջ մի կողմից փորձելով համակեցության ռեժիմի առավելագույն կայուն հաստատումով իր համար չեզոքացնում է ռիսկերը Կովկասում, միաժամանակ պահելով կառավարման լծակները սառեցված կոնֆլիկտի շնորհիվ։ Մյուս կողմից իր առաջ դնում է խնդիր Հայաստանի հասարակական քաղաքական կյանքում նախապատրաստել գցել ապագայի համար իր պատասխանատվությունը Հայաստանի վրա գցելու հնարավորության նոր հիմքերը։ Ընդ որում, սրանից և հակառակ դրան Հայաստանում իրապես հայկական օրակարգի վրա հիմնված հասարակական քաղաքական դաշտի ձևավորումից է նաև շոշափելիորեն կախված, թե ինչ ուղղությամբ կգնա Արցախյան հարցի կարգավորումը ապագայում և որքանով այն կհամապատասխանի հայկական շահին։